Всем привет и добро пожаловать в игру Doomsday. Рулетка, выживший, биостраж, крутые облики, войск, ограниченная акция, напоминание об окончании. Окей, на самом деле это все круто выглядит и довольно-таки прикольно, что здесь такое количество героев и такая классная вообще анимация. Но, к сожалению, это все платная вещь. Вот, и бесплатно здесь выиграть практически вообще нереально. Вот. Так, смотреть. Биостраж постоянно легендарный. Активировать. То есть здесь были на самом деле или, возможно, будут какие-то игроки в использовании. А это что? У меня нет. Что значит в использовании? У меня нет такого героя. Показывать только открытые. А откуда у меня такие герои? У меня их нету. Или они где-то спрятаны? Ничего себе тут. Амуниция какая вообще. Покруче, чем в Безумном Максе. Вот это круть. Отряд всадников. Стрелковый отряд. Ага, то есть я, получается, они у меня где-то есть, но, в принципе, там анимации такой крутой нету. Войска, тег. Это моя база, я могу, в принципе, поменять картинку, но я не хочу. А, вот так вот. Ничего себе. Прикольно. Лучше ночной режим. Марш. Но это во время марша можно активировать, но у меня все закрыто, соответственно, такой анимации нету. Вообще нет ничего. Убежище, вот, можно поменять на самом деле на разные... Мне нравится больше это, такая, как сказать, городского типа, урбанистический такой вариант. Старое заброшенное здание, там, не знаю, со школьным автобусом. Но больше похоже, наверное, на американский вариант. Не знаю, вот эти вот не очень нравятся. Конечно, кинотеатр тоже прикольно. Но анимация клевая на самом деле. Так, что... Что тут еще есть? Здесь, ну, как обычно, какие-то халявные призы небольшие. Здесь ничего нету. Просьба Сары. Обыскать. Ага. Но вот, к сожалению, на эти нужно собирать отряд. И поэтому я туда не пойду. Я лучше выполню какие-то самые простые легкие задания. Причем можно, по-моему, выполнять сразу до 3 или до 4 заданий на текущий момент. Я не знаю, чего это зависит от уровня базы. Нет, по-моему, только 3. То есть кто-то поменял свой маршрут. Ну ладно, Великое Возрождение, Железо 2. То есть все-таки мы добрались до туда, да? Это хорошо. Но у меня нету никаких молоточков. Сейчас будет 3. Тарам-та-там. Фри. Окей. Ну и можно вот так вот еще сделать. Пусть будет. Все 5 сразу используем. Даже какой-то приз. 30 минут. Ладно, хорошо. Че, не пошли? А, все. Там кто-то уже закончил выполнять задание. Соответственно, можно еще раз туда... закинуть десант. Так, куда еще? Сюда тоже собрать ресурсы. Не то чтобы мне это очень нужно было, но это считается вроде как как сбор ресурсов. Если вы просто начинаете собирать ресурсы, по-моему, когда вы собираете как раз по радару задание выполнять, по-моему, это тоже считается как сбор ресурсов. Опять-таки могу ошибаться. Так, это тоже выполнено, отлично. Тут задание на самом деле что-то прям огромное количество. Давай, давай, спасай. Спасай и здесь еще собирай. Оранжевый это самый лучший ресурс, фиолетовая поменьше, красная совсем попроще. Но это халява, то есть без боя, просто сбор ресурсов.
Потому что сбоем это вот это вот все, вот это вот сбоем. Но тем временем задания выполнились. Это хорошо. Заберу тогда награды и пойду смотреть, что у меня там на базе. Какие апгрейды вообще прошли. Я все пытаюсь добить основное здание. Добить основное здание до, по-моему, 18 уровня, когда открываются различного рода дополнительные миссии. К сожалению, пока они все закрыты на текущем уровне. Вот, а для этого нужно много чего апгрейдить. Ну, вот сейчас как раз посмотрю. Больницу нужно проапгрейдить. Использовать. Там немного у меня я... Ну хотя, в принципе, 100 минут это уже неплохо. Плюс 26 ускорителей исцелений. А, это исцеление. Так, надо завершить, короче, исцеление. И только после этого апгрейд пойдет. Все, я понял. Я думал, что там апгрейд начался. Думаю, ничего себе, так быстро. Хорошо-то как. А тут еще есть кто-то. Все. Это, короче, они пострадали от атаки на зомби. Все, ресурсов много. Хватает лечить. Быстренько залечили. Пока заберу награды, там как раз пройдет несколько секунд и выполнится лечение. Заодно можно сделать поиск на всякий случай. Пару халявных поисков. Даже не то, чтобы пару халявных. У меня там еще накопилось небольшое количество поисков. Так что их тоже использую. Ну, не вижу смысла копить. Можно прям накопить много, там, не знаю, 100. Потом все использовать разом. Ну, смысл, какая разница. Единственное, что когда накопишь и откроешься сразу, у тебя будут какие-то ускорения, там герои откроются и так далее, ты можешь сразу что-то проапгрейдить так массивно. А когда открываешь понемножечку, то, ну и, собственно, одна звезда, там один фрагмент, ну и так далее. Собирается, в общем-то, не огромное количество ресурсов, и как-то погода это особо не делает. Выживание забрать, здесь получить, и сюда возьмем сбор ресурсов и прям тут же отправим, собирать ресурсы какие-нибудь, не знаю куда. Ну вот, 4, пусть собирается, раз, здесь 2, сколько здесь есть? 240, неплохо, даже второй уровень, но 240 это хорошо. Так, и что у нас есть еще поближе? Тоже 200, да, ну и хорошо, отправляйся туда. Забираем награды, пусть они там развлекаются и собирают ресурсы. А где есть халява? А, халява есть вот здесь, вот. Помощь, халявный подгон. Здесь у нас это все, что мы забрали как раз по радару. Задание выполнили. Я вот все-таки до сих пор не понимаю, то есть я там получил награды, когда зашел на карту радара, и плюс здесь еще есть награды. То есть, получается, их два раза дают, или они каким-то образом там на карте не получаются, а получается только когда заходишь сюда и выбираешь получить. Вот это для меня остается какой-то такой загадкой непонятной. Дорогу там, мост вон какой-то появился, можно строить. Так, удалить все... Всю информацию удалить. Не нужна одна. Удалить. Здесь личные уведомления. Окей. Это клановые уведомления. Альянс. Технология. Помочь. Помогли. Награды. Получить. И здесь собрать все. Отлично.
Территория, получить награды. А здесь получить награду. И, в принципе, выходим отсюда. Здесь награды. Здесь тоже награда появилась. Атакуем. Все хорошо, альянс. Так, герой и карта. Ну, как обычно, халявные награды все забираю. А пока туда идти не хочу. Не очень интересно, хотя надо бы. Надо бы. Надо бы сходить, посмотреть, что здесь творится. Прикольно, прикольно. Вот эти вот все карты, локации. Классно очень нарисованы. Я не знаю, детали. Мне нравится. Ой, оббегать придется. Ну ладно. Окей. Никаких аптечек, ничего нету, к сожалению. Ну и ладно. Все, встали на позицию. У нас зомбики. Сразу ставим преграду. И еще одну. Наверное, не будем. Я подожду сейчас до пушечки. Вот так вот. Она сразу будет на две позиции палить. И жарить всех, кто приближается. Единственная неправильная позиция у пушки, то что она стоит рядом с заграждением. И если будут какие-то плюющиеся, если они дойдут поближе, то они будут плеваться в ограждение, его разносить и будут снимать энергию пушки. Это неприятно, но сейчас это не сильно актуально. Хорошо, ладно, никто сюда не пройдет. Здесь этап очень легкий и простой, поэтому переживать особо не стоит. Можно даже на самом деле ускорить, чтобы побыстрее это все завершилось. И все. Быстренько-быстренько сейчас это все завершится. Отлично. Награды получили и, собственно, можно отсюда расследование, да? Расследование. Где? Где какое расследование? Забрали алмазики. Не так много, но подумаешь. Еще награду забрали. Сюда зашли, награду забрали. Арена судьбы. Так. Обновить. Автоматом прошли, награду забрали. Здесь тоже награду забрали. Здесь награду забрали. Обновить. Награду забрали. И здесь еще один раз награду забрали. Идти туда, проходить, вообще играть смысла нет. Лучше просто автоматом пройти, забрать награды. Посмотреть, что есть в магазине, что можно прикупить. Карту уничтожения, базовый пакет, случайных, окей. Карта поиска, карта расширенного поиска, отборный текстиль. Вот это мне нужно на самом деле. Его дают всего по две штучки ежедневно, но это мне нужно. Вот это заберу, и, в принципе, все, ничего не буду больше брать. Окей, все понял, вышел. Охот за призом. Здесь есть просто награда, которую можно забрать. Плюс, по-моему, есть крутилка одна. Не знаю, насколько это вообще интересно, но там можно побегать, охоту за призом. Побегать, повыживать, ну и, собственно, попробовать забрать награды. Так, что здесь? Пока ничего улучшать и строить не буду. Возьму просто... Что за информация? Окей.
Понял. Ага, тут опять надо. Ускорить. Ничего себе, там 3,5 часа, что ли? Да, ускорить. Опять. Ух ты, ничего себе. А где они так пострадали? Инженерный отряд. Кто-то напал, что ли, на меня, пока я там... На меня кто-то напал, что ли? Да вроде нет. Или попытались напасть. Что-то я не понял вообще, что произошло, но, видимо, сейчас на... На карте, точнее, на... Здесь увидим, что у меня с гарнизоном. Да, кто-то атаковал, видимо, я не знаю, может быть, даже прямо сейчас я что-то не видел. Потому что ремонт у меня был там где-то уже, по-моему, под 5, под 7 тысяч, а тут опять 4 тысячи. То есть, видимо, нужно очень, как бы, долго и сложно все это апдейтить. Так, что можно улучшить? Скорость сбора, урон контратаки, базовый урон атаки отряда. Скорость сбора. Так, скорость обновления здания. Атака экспедиции. Прикольно. Скорость обучения, атака экспедиции. Так, хорошо. Скорость восстановления выносливости. Окей. А я думаю, вот так вот. Да. Потому что здание апгрейдится очень долго. И даже 1% это уже, в общем-то, хорошо. Даже 1% это уже большое преимущество. Так, не буду я больше никого проходить. Что у нас здесь? Достижение получить. Здесь прям очень много надо использовать ресурсов для того, чтобы всех отхилить. Так, и что у нас? Что у нас сейчас? Повысить уровень, перейти. Повысить. Ресурсов хватает, повышаем уровень. То есть, это не факт, что это единственное действие нужно будет сделать. Возможно, будет еще какое-то здание, надо повысить уровень. Но мне кажется, на текущий момент, возможно, и только госпиталь. И после этого можно будет проапгрейдить. Собственно, штаб-квартиру. Основное здание. Так, здесь ресурсы, точнее, ну да, награды забрали. Ресурсы. Здесь награда и плюс разведка. Разведка пошла. Награда, награда. И разведка. Другая карта, опасно. Разведка пошла. Награда, награда. Всякие разные интересные истории, а может быть не очень интересные, но истории. Так, хорошо. Что можно еще интересного здесь? Претензия, претензия. 6 молоточков. Награда еще сейчас будет. Даже 2. Раз, два. Отлично, ускорения всякие разные. А это полезно. А можно на самом деле что-то еще проапгрейдить. Вот только пока не понимаю, что и зачем. Ага, ну давайте так. Тогда ферму проапгрейдим, раз она необходима для апгрейда какого-то здания. Пустячок, но нужно сделать. Причем, наверное, ускорить не смогу. Не смог ускорить, хватило ресурсов. Неожиданно, но хватило. Тогда, получается, можно повысить уровень. Ресурсов-то у меня аж точно полно-полно.
Окей, 14 часов осталось до апгрейда. Но пусть апгрейдится, хорошо, ничего страшного в этом нету. Плюс, что у нас в магазине? Бонус. Практически везде, в каждом уголке есть какие-либо бонусы. Платные, бесплатные. Выберите главный приз. Я даже не знаю, что это такое. Пусть будет. Так, что здесь? Тоже небольшая халявка. Дорого. За денежку. Ресурсы подсобрал. И, в принципе, проверить, что в сумке. Алмазы. Алмазов полно. Випочка. Нужно еще запустить ускорение, потому что за это усиливающий эффект, точнее, потому что за это дают награды. Поэтому просто так, даже если это вам не нужно, можно запустить. За это дают награды. Так, ну давайте поиск еще сделаем. Причем даже есть обычный и необычный. Повторный. 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 И еще разочек. Окей. А теперь необычный. Причем даже 4 раза, да? Она у меня уже есть. Звезды — это хорошо, пригодятся. Можно заодно посмотреть, что с героями. К сожалению, здесь прям я не очень хорошо разбираюсь. Там есть какая-то выборка, когда вы используете разного рода звезды, и от этого зависит процент, насколько вообще вероятно того, что, ну, поднимется там ваш герой по лесенке. Так, а что с этим? Двадцать 24%, да, ну повысить ран, посмотрим. Окей, не то чтобы очень круто. Таланты. Картинки разные, а по сути эффекты одни и те же. Пусть будет. А, так, что здесь? Окей, хорошо. А, проапгрейдил. Что здесь? Навыки, навыки. Навыки. На самом деле. Все, закончились книжечки на апгрейд. Миссии выполнил. Награда получил. Тут храпят. Надо бы тренироваться, они храпят. Плюс здесь магазин, что есть. Так, 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 подожди. Мне нужна древесина, много.
На самом деле лучше зайти, наверное, не сюда. А в сумку. И вот так вот. А почему это не могу? А, все, могу купить, да? Нет? Что тут еще есть? Окей. Хорошо. Больше ничего интересного пока не вижу. Здесь тоже. Забираем максимально. Максимально забираем все награды. Звезды, к сожалению, только на фиолетовых героев. Соответственно, нужно, чтобы они были проапгрейжены перед тем, как вообще использовать звезды для эволюции. Надеюсь, этого сейчас хватит. Более чем, мне кажется. Долго как, а? Нельзя сразу выбрать все. Но ускорение 5 минут, ну, пригодится, пригодится. Да ладно, за один поиск 750 алмазов, что-то прям очень много. Так, хорошо. 60 минут, 60 алмазов, ну это ладно, хотя бы хоть как-то окупается. Так, что еще? Все, ничего больше здесь нету. И здесь тоже ничего интересного нету. А, 26, да, все равно мало. Прям как-то очень мало, ладно. Прям спокойная-спокойная такая игрушечка, потихонечку сидишь, вообще даже не замечаешь, как время пролетает. Хорошо, так. А здесь много чего, да, но... Больше ничего все равно нельзя улучшить. Улучшен. Не буду пока там ничего улучшать. Так что здесь все, у меня никакого экспириенса нет, никого я продвинуть дальше не могу, так что оставлю все эти навыки, улучшения. Все равно это слабые и простые герои, поэтому нет смысла. Награды халявные забираем. Ну, я думаю, что навряд ли туда я пойду. Так, хорошо. Тренироваться. Ресурсов хватает. Все, пошли дальше. И собственно, все, да?
А где награды или что-то, я не понимаю. Ладно. Пока не понимаю, зачем вот эти вот подшипники и так далее, как награда. Магазин. А где у меня... А, все, лопаты закончились, да? Ну ладно. А, вот, халявка еще. Пустячок, а приятно. Всю, ну, всю халявку нужно собирать. То, что она запрятана в разных местах, это, конечно, прям безумие. То есть очень много всяких разных заданий, разделов, подразделов, где много всякой полезной и бесполезной информации. Но куда деваться? Атаковать, да. Окей, с этими разобрались. Альянс, события, мне интересно. А сумка, герои, награды. Сейчас будет еще одна награда там, точнее письмо. Но не суть важно. Ну что ж, можно попробовать побегать, да? Разочек. Что есть рядом? Я где-то на краю карты. Ага, у нас есть наемники рядом. Но, правда, прям совсем. Мало-мало. Окей, аптечка есть. Я думаю, аптечка на самом деле не сильно актуальна. А вот наемники нужны. Да ладно, а почему я очутился с 96 тысячами? У меня же там 250 показывалось. Показывалось же 250. Они теперь все на меня идут атаковать? Ну ладно, давайте побегаем. Только я не понял, почему это произошло. Ну, как вариант, мне пригодятся ботинки, может быть, но я их не заберу, потому что они меня уже догоняют. Я не заберу ботинки. Они их остановились забирать, все хорошо. Ребят, не надо атаковать, не надо. Во, наемники, все. Ой, и их опять забирают. А почему у меня так мало силы было? Я же должен был с 250-ми оказаться. А теперь за мной там вообще три игрока бегает. А самое обидное, что я не могу толком ничего сделать. Потому что они все просто тупо бегают за мной и мешают мне. Так, ну один отстал, уже плюс. Он как раз пошел того атаковать идиота, который за мной бегает. Да-да-да, я вот тоже на пути. Я на пути, не знаю, ищу где-нибудь вот... Во, наемники. Наемники. Атакуем этих сразу по ходу действия. И идем. Я сразу на самом деле буду немножечко превышать его по силе. Хотя, ну примерно, да. Так, атакуем с этой стороны. И атакуем сразу вот этих вот. Ну все, идет. Теперь хотя бы я вот сюда еще пойду. Ну пусть бегает за мной. Я сейчас буду уже сильнее, чем он. Но все равно атаковать пока не стоит. Потому что у него может быть какой-нибудь герой сильный. И в принципе он может на самом деле меня... побить. Поэтому лучше, конечно же, собирать больше наемников, и когда у меня будет
а чуть-чуть побольше армия, там 700, 800, ну 800, там 900, тогда, наверное, можно будет в легкую атаковать вообще. Но смотрите, он до сих пор, то есть он поставил вообще на атаку и даже не играет. У него на автомате бегает его герой. Что вообще за идиотизм? Так, и что сейчас произойдет? Я спокойно пока бегаю и собираю наемников. Ну, броник нам не нужен. Так, и сейчас мы пойдем прям сразу вот на этого игрока. Атака раз. Так, ну что, дружище, давай скажи до свидания. А нам нужно отсюда убегать, потому что надвигается туман. И наемники появляются. Отлично. First Blood. Этого идиота победили. Потому что он просто даже не играет, ему неинтересно, и он не понимает вообще, что нужно делать. А нам нужно потихонечку убегать. А потихонечку убегать? Потихонечку убегаем и зацепим еще наемников. Потому что, ну, что же не зацепить? Они маленькие. Маленькая группа. Быстро присоединяются, уничтожаются. Соответственно, забираем, пусть будут. Вот, к сожалению, таких идиотов, которые на начальном этапе начинают тебя атаковать очень... ну как, не то чтобы даже атаковать, а начинают за тобой бегать, гоняться. Очень-очень много. Это прям как-то... Как сказать, ну не бесит, но... Вот все, он свернул, правильно сделал. Но немножечко раздражает, потому что... Зачем они это делают? Зачем? У тебя и так нету... Ну, то есть, ты будешь от них убегать. Они потеряют кучу времени. Ты потеряешь кучу времени. В результате проиграете оба. Ну, либо они наткнутся на каких-нибудь других игроков, которые посильнее, которых атакуют, пока я убегаю. Ну, и в результате, опять-таки, они проиграют. То есть, ничего этим они не добьются. В самом начале нужно набирать армию и уже потом кого-то атаковать. Нужны на самом деле ботинки очень срочно, потому что будет сейчас сужение. Но правда через 33 секунды, поэтому пока забираем наемников. Причем их тут очень много, поэтому забираем всех. Ну, по крайней мере, вот этих на краю забираем. Раз. Давайте, забираем. И у меня будет еще... У меня ботинки есть. Все, у меня есть ботинки. Я с ботинками убегаю отсюда. Отлично. С ботинками убегаю и по пути забираю наемников. По крайней мере, 320 я там забрал. Вот так вот перестроение армии сразу поближе туда, к центру. И бежим дальше. Вон там 160, но я их уже не успею забрать. 80, наверное, заберу. Там еще 80. Кто-то все еще бежит за наемниками. Это хорошо, это правильно. Нужно всегда бежать за наемниками. А 2700, это, конечно, хорошо, но я быстрее, у меня будет чуть побольше, но нужно будет убегать. Он пойдет за мной, но это уже не актуально. Это уже не актуально. Ну пусть идет, пусть идет. Пусть идет. Ой, а я тоже потерял чуть-чуть. Да, все, он сдался. Он за мной уже не идет. Но зато здесь сейчас битва будет, да? Причем там нормальный человек себя чувствует. У него 1700 или что-то в этом духе. Я пробегаю пока, чтобы они меня не трогали. Ага. Не удалось, да?
Ну, в принципе, пока удалось. И, кстати, центр наверху. То есть нужно на самом деле бежать. Туда. Наемники везде, но не там, где я. Соответственно, я, скорее всего, проиграю, но есть вариант вот здесь тоже чуть-чуть подсуетиться. Не знаю, что из этого выйдет. Да, у него какая-то защита есть, а у меня нету. Но вот мне помогают. Отлично. Отлично, мне помогают. И я забираю очки, что, в общем-то, очень приятно. А теперь нужно отсюда сваливать. И, в общем-то, сваливать очень быстро. О, неприятность небольшая. Небольшая неприятность. Зона сужается очень-очень быстро. О, он зря сюда пошел. Он все, он до свидания. Вот этот игрок все, погиб. Я еще пока держусь, но тоже прям... Меня сейчас начнут атаковать. Так, все. Я выжил. Присоединяемся к атаке. И набираем очки. Уходим, восстанавливаемся, восстанавливаемся. Наемники, наемники, наемники. Наемники. Все. Не я выиграл, к сожалению. Я ухожу там, потому что 5000, пусть он их догоняет. А я вот сюда переключусь. Мы можем на самом деле побиться. Жалко, скорости нету, то есть я не могу ничего толком сделать. Здесь очень маленький круг, наемники есть, их можно даже забрать, при этом не потеряв особо ничего. Может быть, я так и сделаю, у меня тогда будет чуть больше наемников, а минута осталась, тут уже бесполезно, мы просто бегаем, стараемся сделать соперников, ну, меньше, чем 13, тогда будет больше наград. Давай, давай, замедляйся, мы тогда сможем тебя уничтожить, у нас будет меньше соперников, уже 12 от 13 осталось, хорошо. Сейчас будет еще меньше. Он на меня идет, а я убегаю. А я убегаю. Пусть кого-нибудь еще атакует. Зря он на меня пошел, у меня 2900. А ему надо атаковать того, кто по пути там есть. Вот да, правильно. Все, 8 секунд остается. Я даже на него могу пойти, потому что это уже без, без разницы. Отлично. Ну, рейтинг 6, конечно же, не очень хорошо. Можно было добить немножечко наемников, если бы я до них успел дойти. И можно было бы, ну, быть на 5-м, на 4-м месте. Но награда только вот билетики. Это, в принципе, ничего серьезного не дает. Давайте атакуем. Сбор. 9 минут, окей. Может быть, кто-нибудь присоединится, я не знаю. Если присоединяться, будет здорово.
Охота за призом, награды, миссии, получить награды. Награды, получить, получить. Все это постоянно обновляется на самом деле. И здесь 700, соответственно, 5x, x5. Отлично. А, просто ресурсы, да? Претензия. 350, ну, значит, 3 прокруточки, точнее, 3 приза. Ну, окей, хорошо, пусть будет. Пусть будет. Альянс, помощь. Да всегда пожалуйста, без проблем. А здесь ко мне. Кто-то еще кого-то атакует. Ага. То есть я могу отменить, по идее, и, наверное, присоединиться к этому. Вот это вообще для меня какая-то непонятная вещь. Вообще очень непонятная вещь. Какие-то непонятные ресурсы набираются. Куда эти очки идут? Что здесь вообще достается? Производит один инкубатор каждые 15 минут. Биолаборатория, окей, хорошо. Наших зданий, чтобы получить больше очков, перейдите инкубатор в любой из наших зданий. Да вроде перевез. Вот почему найдено сокровище пустыни 4 из 4 и ничего толком не происходит? А где сокровище-то пустыни вообще? Что здесь? Кто вообще разобрался, что это вообще дает и как тут вообще что-то делать? Ладно, я отсюда выхожу. Я вообще не понимаю, что там происходит. Рулетка выжившего за денежки не буду делать. А что здесь? А, так. Нет, неинтересно. Ну и в принципе получить халявные награды. Забрать. Здесь награды, система, охота за призом. Окей, поиграли. Вот это она атакует. У меня идет герой или нет? У меня никто туда не идет. Я что-то не понял. Альянс. Сформируйте отряд для развертывания своего убежища. Да пусть будет. Есть еще поиски.
я воспользуюсь, собственно, всеми. Здесь есть бесплатный, их 8 каждый день, плюс еще дополнительно постоянно появляются как награды, в виде наград, поэтому поисков тоже много. Ну и получается, мы немножечко набираем экспириенса для наших игроков, бабулю. Так, надо доктора апгрейдить. Обменять. Соберите поддержка. Присвоен база атак. Так, дополнительно окей. А здесь защита отряда. Атака отряда. This isn't a disaster. It's a sacrifice for science. Обменять, ну там мало, да, не хватает все равно. Он по максимуму уже задействован. Здесь тоже по максимуму практически. Надо его апгрейдить для того, чтобы открыть четвертый его навык. Но почему бы и нет? Так, ее я вообще не апгрейдил пока никак. Здесь тоже ничего не апгрейдил, пока не интересно. Обменять. Так, здесь обменяем, да. Обменяем и, в принципе, что у нас здесь? Здесь пока ничего интересного. Ой, знать бы мне, как лучше вообще развивать героя, но он меня участвует в вылазках. Так, я, возможно, неправильно все развиваю, но опять-таки, если у кого-то есть полезная, интересная информация по этому поводу, буду рад прислушаться. Всегда будет полезно. Здесь, к сожалению, наверное, нельзя ничего улучшить. Дозорная вышка. А можно, да, повысить, а у меня нету, окей, ресурсов необходимых, и их нужно получать, они рандомно выпадают, то есть это не значит, что если атакуем зомби, мы обязательно получим эти ресурсы, то есть они рандомно выпадают, иногда нет. Поэтому получается, что не факт, что атакуя зомбика, мы получим эти ресурсы. Окей, все закрыто. Здесь можно провести разведочку. Давай.
И здесь подарочек и разведка. Так, ну что ж, на самом деле здесь больше особо ничего не остается на текущий момент. Только единственное, что исследование надо, наверное, какое-нибудь провести, потому что почему это все стоит, да? Разблокирует способность отряда собирать кристаллы. Я не знаю, зачем они нужны, но надо, наверное, это сделать. Возможно, кристаллы будут давать какой-то более интересный вид оружия, там, или усиления какие-то, или новые навыки, или что-то еще. Поэтому почему бы и нет? Ускорение можно? Можно. Отлично. Механическая валка леса, превосходное удобрение. Так, что это такое? Увеличивает производство стали, увеличивает производство древесины. В основном древесина, да, постоянно везде нужна. Давайте используем усиление, улучшение, помощь альянса и ускорение. Отлично. Ускорили на одну только. Какое вообще, на самом деле, хорошее такое дерево, да, долгое. Я думаю, что вот здесь надо посмотреть, что здесь можно улучшить или усилить. Тактический чехол, навыки самообороны, адреналин. Так, скрытная разведка. А что для этого нужно? Все четыре вот этих вот, да? То есть надо вот этого получить. Ну, я так полагаю, я могу ошибаться. Возможно, там нужно предыдущее будет поднять на несколько уровней. Ускорение 2 дня. Ну, пусть, да, хотя бы на несколько часов ускорится, уже плюс. Уже плюс миссии. Ладно, здесь идет апгрейд, здесь идет улучшение, разбойники, ускорение быстро. Забрать и, собственно... А их можно только тренировать. Хорошо. Тренировать. А здесь тоже тренировать. Нет, здесь ускорение. И надо улучшать, да? Отлично, улучшили немножечко. Здесь можно ускорить. Ну и, собственно, улучшить еще раз, да, получается, потому что их много. Они только вон по 900 там улучшаются. А их целых... Сколько там? 19 тысяч, 20 тысяч. Еще по 6 часов, по 5,5 часов там по 6 улучшаются. Вообще ужас какой. Великое возрождение, миссии. Давай сюда молотки. И на тебе, зомби. Так. Я думаю, в принципе, наверное... Да-да-да, слышу тебя. Давай. Без разницы вообще, что повышать. И она все равно не используется нигде толком. А здесь какие навыки? Здесь что? Опыт, ладно. Так. Альянс, подарок. Забрали. События. Вот здесь получается... Не, может быть, не здесь. По-моему, вот здесь у нас получается восстановление Помпеи. Я вроде могу тут участвовать. А есть какие-то есть задания, где я не могу участвовать, потому что там нужен 18 уровень. А 18 уровень штаб-квартиры. Вот, и, к сожалению, пока я там не могу участвовать. Но, тем не менее, сила базы растет. Апгрейдится здание, выполняются различного рода разведки. Получаются награды, что, в общем-то, приятно. Так и должно быть. Еще есть разведка?
О, еще есть разведка, много даже. А я могу до 4 разведок делать, по-моему, одновременно. Что я, в общем-то, у меня сейчас там трое на разведке, соответственно, будет еще один на разведке. Пошел. Отлично. 4 всадника на разведке. Здесь сборка, разведка. Так, а почему только трое, да? Ну ладно, видимо, трое. Коллекция собирается, осталось 3 минуты, всего-навсего 2 минуты осталось. Быстро они собирают, это хорошо. Можно даже по большому счету их отозвать и просто заново закинуть на сбор. Да, всего-навсего 3 разведчика. Мне казалось, что у меня было 4 разведчика, или это была какая-то акция, или какое-то ускорение, и можно было использовать 4 разведчиков. Все, здесь на самом деле уже собрал все награды. Но добью вот этот вариант. Опухший. Давай, все. Иди своей дорогой, опухший. Здесь вперед. Сбор. Не знаю, кто-нибудь вообще присоединится или нет. Вот эти сборы, конечно, мне немножко не нравятся, потому что, ну, либо кто-то в этот момент сбор организует, либо никого в игре нету, никто не присоединится тренировать, да? Давайте завершим эту миссию и заберу награды. Почему бы нет, раз так мало там осталось. Ускорение, быстро. И, в принципе, тогда улучшается, да? Награды есть? Есть. Зомби не буду. Так, соберите в общей сложности 5000 ресурсов. А я не набрал, десяточки не добрал, да? Это легко исправить. Очень легко исправить. Вообще без проблем. Так. Все, собирают. Ну, причем даже быстренько это все произойдет, через несколько минут. А что здесь появилось в магазине? Награды. Награды. Ограниченные подарки. Это всегда мы любим. Долго они там разведкой занимаются. Окей, хорошо. Заняты и уже здорово. Пусть занимаются. Поиск. Халява. И поиск, который мы заработали. Випочку не могу, к сожалению, поднять сейчас. То есть не хватает совсем прям чуть-чуть до VIP-7. А там у нас получается на VIP-7 что будет? На VIP-7 бесплатное ускорение, материалы для экспедиции, скорость обновления зданий плюс 10%, 40%, скорость выносливости. Ну, в общем, полезная штука, но не хватает, не хватает. Я могу единственное, что вот так вот купить. Раз, два, три. И все. Прям максимум вообще золото влить. Ну и все. Больше золота нету. Ой, точнее, алмазиков.
Но они и потом придут еще там с разными наградами, так что переживать за это вообще не стоит, на самом деле. Может быть, даже уже есть, вон, полтинник уже есть. Вот, они в любом случае придут, затеяны за выполнение тех или иных заданий. А поэтому, по этому поводу я вообще никаким образом не переживаю. У меня есть 7 стрел, а почему я их не зарасходовал? Так, звезды, но пока там апгрейдить вроде некого, да? Но вот есть еще книжки опыта, их можно, конечно же, использовать на каком-нибудь герой альянс. Что тут альянс? События, события восстановления. Я не могу запустить события, пожертвовать. Я могу пожертвовать, но запускать события я не могу, у меня нету прав на это дело. Так что надо ждать админа, когда... ну или кто вообще может запустить события. Герои. Кого мы можем здесь проапгрейдить? Я вот этого вообще не апгрейжу. Я не знаю, что-то как-то ни о чем, да? Бабушку хотел немножко прокачать. Да, что-то как-то не качается. Ладно. Навыки. Что у тебя? У тебя навыки. У тебя тоже таланты, да? Я их вообще никак не трогаю, пока не апгрейжу. Подарочки подъехали. Отлично. Тогда можно сделать еще как минимум 2 разведки. И в принципе, здесь тоже можно... Нет, 3, наверное, маловато, да, отзывать. Пусть собирает. Здесь 3, здесь 9. А я вот даже... Вот это вот пусть на самом деле назад идет. Я не знаю, получу я сейчас награды или нет. Мы сейчас это увидим, наверное. Да, получил награды. Теперь только ресурсы и, собственно, зомби. На зомби я, наверное, не пойду сейчас, а вот ресурсы я просто найду что-нибудь. Так, здесь отзываем. Здесь отзываем. Там мало ресурсов. Нужно найти что-нибудь поинтереснее. 360, в принципе, норм. Здесь 720, вообще шикарно. И 720, тоже отлично, да? Так, она вернется назад или нет? Долго она возвращается? Или это у нас... Это отряд? Нет, это не отряд. Окей. Бабушку направили. Пусть собирает, тоже коллекционирует. Ну что ж, великое возрождение, молоточек. А где зомбики там со стрелами? У меня там вроде миссии. Использовать любое ускорение, выполнить события с радара, соберите суммарно ресурсов, сделать столько взносов на технологии в альянсе, так, накопить. Накопительная покупка кристаллов, накопительная покупка кристаллов, соберите суммарно 500 тысяч ресурсов на карте, войдите в игру в течение 1 дня. Ну, окей, понятно. С этим все ясно. А здесь халявы не вижу. Халявы не вижу.
тоже нету. Получено. Копать. У меня лопат нету, да? Лопат нету. 10 зомби любого уровня, покупка кристаллов. А, покупка кристаллов, покупка кристаллов, войдите в игру в течение одного дня, окей. То есть зомби, но у меня, по-моему, нету отряда или есть? Ну, есть кто-то, да, отлично. Так, а я проиграл, да? А, окей, хорошо, то есть у меня все задействованы. Крупный недостаток, окей, я понял. То есть у меня все задействованы на различного рода других заданиях. Ну что ж, тогда... Чего лезть куда-то еще? Чего куда-то еще лезть? Давай, отправляйся сюда. Сюда отправляйся. Ничего, не опасно там. Там все нормально. Все под контролем. Не все, но частично. Ну что ж, все задействовано, все везде строится, везде ускоряется. Поэтому, в принципе, на этом, наверное, нужно закругляться. И вам всем огромное спасибо за просмотр. Если кто-то играет в эту игру и может что-то добавить, дать какой-то комментарий, подсказать, что я делаю не так, как развить героя, ну или какие-то другие моменты, где что, какой турнир сыграть, куда влиться, где кого проапгрейдить получше. Все это, в принципе, добро пожаловать в комментарии, всегда прислушаюсь и, собственно, попробую этим воспользоваться вашими советами. Сюда, по-моему, даже не стоит идти, потому что когда равные по силам, это уже проигрыш заведомый. А вот. Мне кажется, я могу попробовать, но мне кажется, это заведомый проигрыш, плюс... Я... Ну, мы просто сейчас по жизни увидим. Пока поровну идет, если будет суперка какая-нибудь интересная... Ну, может быть, как вариант, я смогу выиграть. Да, пока вроде мы ведем, это приятно, может быть, даже получится выиграть. Вот. Но, как я уже сказал, в любом случае, всем комментариям рад, любым советам и подавно... Потому что, ну, любые советы всегда полезны. Я в этой игре мало чего знаю, для меня она новая. Будет полезно узнать что-то интересное и как вообще развивать каких героев, куда вообще дерево и ветки, в какую сторону развивать, у какого героя и так далее. Что у нас здесь? Здесь мы выиграли. А, еще один появился, но это мне, по-моему, сейчас не светит. Награды. И еще раз разведка. Иди обратно. В поле. Задача у тебя такая, работа. А на этом, пожалуй, все. Всем огромное спасибо за просмотр. И до следующих видео. Всем пока.